мучиться прям. Ну это надо снимать у всех эти ассисты, ёбать. Но такой ты уже снял. Ставьте шкаф. Так, в ДБМе у меня ни одного нет фишки, ну, что... мне кажется, там, ну, нет смысла особо метку ставить. Вот, крики в ДБМе же, они... Тут не написано, что есть, у вас ассист есть. Эта метка ничего не даст, блять. Ну тогда давайте хули в одного моба все фиры и станы сдадим. Будет дивнишинг, он захилит босса просто на 10% хп. И мы тогда будем бить не 18 минут, а 30, 38. Год нахуй бить будем. Это же делается для того, чтобы... Ну, вот крест и квадрат он ставит. Ты сможешь поставить метку? Вон там ДБМ у меня написано, он ставит метки. Сейчас посмотрим, как будет с моим ДБМом. Ну вот, если он сам поставит, то типа просто будешь говорить, кого бьем, кого станем. Ну это вообще Гера нахуй. Это Гера ебаная. Да и, блядь. Как всегда нахуй. Все как всегда, блядь. Сейчас, блядь. Я придумаю, на какую кнопку нахуй себе поставить, чтобы, блядь, потом в говне не оказаться нахуй. Метку ставить, блядь. ICQ, вот именно, блядь. А чё-то по муте? Ну, фудил. Фон у него там какой-то был. Фонг. Так. Вау, плюс 5 пожари. Рарник топа тоже. А то какие-то нервные все, голодные что ли? Печь хопа есть. Это хорошо. Пиздец, хавчик, блять, прям. Молочком самото. Так, где тут друидовская хуйня? Я понял, блять. О, ну-ка, проверка. Я понял, заебись, работает. Если я, блядь... Вот один будет со звездой, один без звезды. Давай, назначаем, значит. Который со звездой это притон, который без звезды констебль. Это фиры по КД. А, теперь по оковам. Будьте оковы кидать, чтобы мобы с фиром не убегали далеко. Invisible по звезде, тутилар без звезды. То же самое, этот, сало будете давать... Первое это, ну там, не знаю, 3 секунды пройдет от призыва, дадите сало. А потом уже и вела шатанчую звезду. Нет, ты без звезды, короче, танчи, а я буду звезду. Ее поставлю, ее же буду танчить. Ну и по станам. Вот, по станам давай седжу со звездой, криптоэвил без звезды. Даете станы только когда не в фире, то есть, ну, комбопойны там поддерживаете. Неважно, там потерять немножко дамага. Вот, и весь рейд, вот как эти пидоры появились, у них хп не так много, просто сначала их залить, весь рейд свичается, прям равномерно разъебывайте по трем целям, и все, а как мы их разъебываем дальше у босса? Главное не допустить, чтобы был каст хилки, у нас станы роговские есть, если стан, ну, я не знаю, притяжку сливать, конечно, опасно, блять, но если с рогами что-то случится, то притяжку, там, не знаю, тут все от реакции зависит, нельзя ни одного каста допустить, призон тут нет. И черепок нахуй. И черепок нахуй появляется над башкой нахуй. Шадоу, сука, обрати внимание, и все остальные, кто лучше хуёво играйте и ДПСьте меньше нахуй. Но череп, сука, с рейда надо вынести. Рейд стоит в синем круге нахуй. Выносите череп за него, а не где попало, кто стоит нахуй. Станете рядом с черепом, вы улетите вверх и разобьетесь. Что даю отчет. Каст вроде называется костный яс. Топа. Ну так тоже сойдет. Давайте Геру. Не знаю, у меня супер лаги какие-то, блядь. Этой дури ебаной, блядь.
Шандо, блядь, стоишь, пиздец. Секунда оставалась. Ну вот 10 исчезаний мы здесь. Этот трэш как можно быстрее заливаем, сейчас он до центра дойдет. Чтобы он нам не мешал. Сейчас уже босс появится. Не знаю, как я буду звезду ставить, пиздец. Вот звезду поставил. Зачем фир? Бля, пока на фире бить звезду. Вы можете допустить мобов хотя бы, чтобы они дошли до сюда? Ну зачем сразу фирять? ДК че, грипануть? Ну их надо, ну, грипаните ДК. Его надо бить, сейчас вместо того, чтобы босса бить и двух мобов одновременно под босса, мы будем гоняться за мобом, блядь. Че, выбежал квартира? А че вы дохнете, от чего, скажите, пожалуйста. Сальдейские стрелы, по 13к два раза доехали, все. Ну надо под морду заходить в Адику. А он захилился. Не, я не знаю, ну это хуета какая-то. Он уходит на рейндж. Кас не сбивается, ну. Кас не сбивается. Ну, стан, нахуй. Стан не дается, короче. Стан не дается, нихуя не дается. Они не дадут на рейндже так. Они, ну. Ай, блять. Не, я имею в виду, что паловский стан, он магический, он не дается, иммунитет. А. Я не знаю, это падайте, это хуйня, это я такую не хочу бить хуйню, блядь. Босс захиливается, это просто трата времени, блядь. Пошли нахуй, лучше на Аларе побегаем или чё, блядь, там, что-нибудь другое побьем. Босс, а вот коровий стан, который вот этот опыт его... Полетает, да, не улетел. Гол гидрос это, да. Да успеем еще гидрос. Хотя бы мы... Поубиваем. Не пробовал клепать под... Говорили, что вот этого босса мы убьем нахуй. По итогу чё? Ну это третий раз только. Блин, полиморфы надо все хуйню давать. Скорее всего, да, полиморф, но у нас один маг. Ну допустим, да, полиморф, но он, видишь, он захиливается. И он просто нон-стопом, если будет кастовать. А второго, ну через второго играть уже на нем сосредоточиться. Да, сейчас. В принципе, давай так попробуем. Робота, да хз. Короче, смотри, Апродокс, ты будешь без метки по КД этот... Но главное, что это фиры отменяем, короче. Без метки по КД, значит, даешь овцу. То есть ты не дамажишь, а в моба даешь овцу. Метка, которая звезда, через нее бьем, и этого тоже кливаем. Они должны все возле соляры стоять. Вот. А тот, кто в овце будет отхиливаться? Нет, он не будет отхиливаться. Уйдите там с инста или что там, босс пулился, по-моему. Я хуй знает. Ну-ка. Не знаю, если спулился, сейчас пизды получим, значит. Не, нет, он появился только. Вот Shadow уходит. Опа. Кук, привет. Короче... У вас есть еще один, да, у нас ДДшник? Не знаю. Значит, без метки овцуешь на звезду все внимание, чтобы, ну, со станами, то есть. И будем поочередно давать и озвучивайте. Там, допустим, первый сет Judas каст. Комбопоин ты придержишь. Дальше, допустим, крипто следующий, да. Ты уже дамажишь. Ну, ротацию прожимаешь. Крипто готовит, придержит комбопоин для стана. А может одному палу, если на ДПС пофиг, печать поставить на баш? Призм, а ты пробовал забивать хилку? Хули толку с печати баша, блядь?
если она не даст в каст. Ну, так сказать, на верочку, чтобы вот... Она не даст в каст, ну, это, блядь, рандом называется. Она вот захилит, она 10% захилит, это мы, считай, минуту проебали. Не, я не говорю, чтобы вообще просто забить на этого моба, но просто, чтобы, ну, на верочку, как бы... Ты о чем говоришь? Я просто понять не могу. Он имеет в виду, ну, типа, вот, чтобы один ретрик, короче, поставил печать на баш. И нахуя? Моба, которого мобили, что если вдруг проебутся с киком кастов, может быть, возможно, сработает печать и забашит моба. Может, сработает как она. Дополнительно. Но не факт, что она... Я тебе, ну, скажу, я тебе скажу, нету. Я тебе скажу такую хуйню интересную. Ты что такое диминишен в курсе? Угу. Вот. Три стана даешь, четвертый иммунитет. Эта хуйня длится сколько? От первого стана 20 секунд. То есть, грубо говоря, ты дал стан первый, 5 секунд, второй, 3 секунды, третий, 1 секунда. Это что? 9 секунд. На 20, ну, там или 20, или 19, на 20 секунде только ты сможешь новый стан дать. Мобы эти заливаются как раз 20 секунд. Если их бить нахуй. Они, ну, в фире, ну, они в фире стоят, okay. И босса захиливают. Я дам первый стан по мобу. Ты первый там и скажешь дальше там кому. Если... У крипто топ какие-то проблемы будут, вон притяжка есть, у ДКшников дохуище. КД кидни 20 секунд. Ну, я и говорю, блять, три роги должно хватать. А того без метки, овцуешь по КД, и он стоит рядом с боссом, его никто не фиряет. Он стоит рядом с боссом, и Вилаша его держит, я через звезду играю. И этот... И он постоянно от доток будет превращаться обратно. Самое главное, чтобы твой полиморф попадал в каст. Вот. Если не уверен. Я вот думаю, если что, короче, будет, давай я на Элема зайду, сейчас с призом попробую, если каст сбивается, короче, хило. Я буду второго моба, типа, ну, без метки контрить, будет его бить, как бы, ну, кливами, а я буду его контрить. Там интерапты не работают. Они же сбивали роги, пробовали. Не работает же. Кик не работает. Кик не работает. Кик не работает, остальное все пашет. Вик не... Но. И этот ветерок не сработает. Бля, призм сказал, вроде работает. Ну, не, ну если... работает. Сейчас попробует, говорю. Да, смысл, у нас все хватает. Вот маг по КД кастует. Самое главное, вот эти мобы два вышли, их быстро залить. И все, и ноль проблем, дальше босса играем. Он простой босс, блядь. Не, я говорю, попробуем сейчас. Я так и не понял, коровий клэп. Коровий клэп, он сбивает каст или нет? Я не блядь, могу, блядь. Ну это стан, КД... нахуй. Ну как ты думаешь? Конечно, ну, сбивает. КД полторы минуты, ну. Ну, я не знаю. Может, он сбивает. Бля, ну я не знаю, магический. Любой стан, ну, он физически. Дело в том, что есть диминишинг. Есть группа станов, которые вне группы обычных станов диминишинга. Например, рывок варовский. Но свара нет. И у варовского рывка тоже КД 15 секунд. У него еще перехват есть на 3 секунды. Так что нормально все. Это все заебись. Давай сейчас трай смотрим. Выбегать должны нормально. Потом что? Сука, что-то пацан, когда будет метка на тебе, выбегаешь из рейда. Не слакай, там 3 секунды. И трэш заливаем. Давайте герой. Видим. Смотрите, хилы. Вот эти чародейские стрелы, да, она стреляет. Сейчас я посмотрю. Обратите внимание на свои хилища. Она когда выбирает цель другую, она подкрашивает рамочку, должна подкрашивать в аддоне. Обратите внимание на кого, или просто цели босса, вы должны видеть, в кого она кастует. И эту цель считывать и хилить, иначе будут люди умирать.
Станр станет его. Он дал просто в диминишн, поэтому так и это самое. Быстрее, больше АОЕ. И сведи поближе, кто там, и Вилаша без метки своего гуся. Если получится. На нем только полимор уже кидается. Вон кастует. О, быстрее. Уже немножко осталось. Вот, все, эту хуйню повторяем по КД и все. Сейчас он исчезнет уже скоро. Физит пизда вообще, я не понимаю нахуй. Ой, шоу, блядь. Дохуя добавили, конечно, зачем. Все это по кругу повторяем, нихуя сложного нету. И он, я думаю, меньше, чем за 18 ляжет. 18 это, скорее всего, кастов дохуя пропустили. Все то же самое. Ну так-то у нее дохуя лямов. Да, ну и похуй. У нее уже 85% нахуй. Раз 15 исчезнет и все. Я там ставлю какую удобную жреца метку. Кикнул. Все, я обестал на 15 секунд. Вот следующий кто после тебя? Вот вы видите, каст босса идет, блять, по продуксу. Хилы вы успеваете засечь? Это ваша основная задача тут. Так, давай между делом, значит, притонного декона СС констебль норовиста даже. Мастер, выбежи, блядь! Может, и 20 раз исчезнет нахуй. Вы когда по вам играете, старайтесь мультидотать и боссы, и всю эту хуйню, чтоб. Мелкие. Мелкие, встаем в такую точку, чтобы от трех лучей, ну, ближайшая дорога была к нам. Абам. Мастер. Сейчас он ходить начнет. Дикон, дай мордаун до зарения, пожалуйста. Я потратил стан. Пиздец, нахуй. СС стою. Был? Дикон, да. А, мне дали бы. Ратник вышел. Вы, хилы, еще раз спрошу, вы видите, блять, подкрашивает босс и цель кого выбирать? Можете хилить эту цель? Друид инвалид. Друид инвалид вышел. И по мане там соображайте, ресить. Мордаунд вышел. Мордаунд. Бегу, бегу, бегу. Долго стоите. Не знаю. Меня на воду не показывает, может быть, я не вижу сейчас, рамки увеличу. Ну не знаю, я говорю, за цель цели, блять, босса, сделайте себе. Это хуйня, если вы не видите нихуя, люди будут падать просто так. Должны видеть, в кого босс выбрал цели, в кого он кастует эти свои стрелы ебаные. И на босса замедление коста повешайте, чтобы дольше разъебывал людей. Я на отдых держу Красноярск. Алфир. А на боссе третий получится кинуть? Он же не скинется с адов. Сержу без стана. Бодикон. Пиздец, нахуй. Вставалку юзай. И что, это босс тебя закастовал, да? Я хуею, нахуй. Притон. Там синие джаги есть у нас вообще? Ресается мана как-то? Есть.
Филы, давайте ищите способ сделать так, чтобы человека вы видели предиктом, у которого кастуется. Ебаный рот, нахуй, твари, ебаный лагерь. Я проебал стан. В смысле проебал? Велаться. Ну, в смысле потратил. Подведи поближе, босс не водится. Подведи моба. Да, метку выносила. А. Притом. Бучи мобы, блядь. Он часто уходит. Ага. Очень. Вот ну так-то он изи. Вот тут немножко возле медведя, они сюда поближе. Ну да, ли. Легче, чем лизи, блядь. Ну да, намного. Я в ахуе. Они что-то сделали, сука, за оптимизацией. Вилаша. В Хазара, в призана кастует. О, вроде хилите. Юля, подведи. Криптоэвил вышел. Моба, долейте быстрее. В варианте кастовал. Потом просто шотать будет, он сейчас настакает на нас эту хуйню. Фактира. Мизикин, ставь в ТТМ. 59%. Ну, нормально. Сколько бьем? 8. Бьем 8 минут. Не успеем. О, нормально. Я же сказал, 16 минут били. 18. 18, да. А мы сколько бьем уже? А мы 8. 9. 9. Притом. Галстан. Топа. Фишка залили, блядь. Притон. Как бы всегда, блядь. А прикинь, паладины потом лужей будут ебашить. Ну да, еще легче будет, по сути. Че, когда она появится, Киру даем? Вторую. Вот Киру, дайте ей на, пожалуйста, кто-нибудь. Ну, давай дадим. Геру давай. Трианте. Геру. Геру. Сдал стан. Трианте. Реант. Ебать, тебя полюбил. Да, дай челу подамажить вообще. Вот фаза на скольки, я не помню, нахуй. На 25. 20%. А там что с метками, с темными? Как же выносим? Там изи. Не, ну изи-то понятно, мы выносим или стоим?
Там нету меток, блядь. Просто же эта экзекутка идет туда. Он в синяка превратится и будет настакивать опять эту хуйню. Просто брони у него добавится больше. Понял. Лага пиздец просто. Не пробейте каст, только самое главное, иначе мы охуеем бить. Я уже сбил один. Тэджи. Рога, рога. Ну, Макшен, захильте. Жреца второго больше, блять, ну. Эвелаша. Притом. Ты пиздец, кринж, нахуй. Че, нельзя было, блядь. Нельзя было подольше, нахуй. Я не знаю, я не заметил. Не, я про то, что. То, что он исчезает часто сильно. Это пиздец ебанутое говно, блядь. Да. Ну, видимо, здесь ДПС надо больше, поэтому он будет исчезать меньше. Это ебанутые, если, блядь. Комната на лече в 10 раз, блядь, была больше. Это вообще, блядь. Прикинь, лазы бы на лече были только с комнаты. Я, короче, на этого поставил звезду, там лагает, если что, перехватишь другого. Тутериал. Сбил каст один. Вы беги, блядь. О. Пизда. Пиздец. Массейв, быстрее нахуй. А хули толку массейв, блядь? Весь рейд умрет нахуй. Ну так, нахуй. Почему ты не выбежал, блядь? У меня показало тупо на секунде уже, когда осталось, типа надо мной его. Я тебе ник твой сказал, блядь. Вы что, блядь? Пиздец. Не ебал такую хуйню, нахуй. А если мы все отбежим от него, норм будет? Это да, займёмся бегать. Желательно в Даларан, нахуй. Этот босс называется, нахуй. На одном ГП, ой, ГП, да? Один человек вайпнул рейд, вот и все. Вайпнуть за 60 секунд. Это, не заходите никто в инс, нахуй. Пускай этот говно сывейдится. А Продакс, ты где там? Не, ну начали бодро, скажу вам так. Сывейдилось, сывейдилось. Не, уже, ну, это нормально, легкий. Еще не сывейдилось, нихуя, сука, выйди. Блять, выйди нахуй, сдохни нахуй, быстрее. Я скажу, когда сывейдилось. Чё, ребята, сывейдилось? Самое казав в том, что... Вы, блять, бьете его, нахуй, 15 минут бьете, бах упали. Опять 15 да, минут. Да, 14 минут просто впустую, так. Ну это жизнь как на лече, так... блядь. А хули вы хотели? Уходим оттуда сразу, блядь. Кого ну, не... Да, раз, и да не, пизду нахуй. Это тварь ебаная, нахуй. Я ебал, блядь. И это еще вот это говно, нахуй, еще бегать в начало... Эй, блядь. Под боссом это резать. Ай, сука. Ай. Да хули толку, на инсте уже бой, блять, в инс нельзя заходить. Короче, блять. Просто речи убегайте, все речи. Все встаем. Все с комнаты встаем прям. Сейчас он появится, надо посмотреть, чтобы он не сагрился. Да не сагрится он. Ебатория нахуй. Просто сука. Встает, сразу убегает. Они стоят, что думают идти, не идти. Что, заходим? На том кругу, походу, нельзя резать. Да, заходите. Не знаю, давать трай еще на нем нет, или пойти гидроса бить. Да давай еще трай. Давай еще. Я как раз после этого трая отойду, типа. А что будет? Ко второму траю гидроса, может, пойду. Или к третьему уже. Гидроса-то быстро бьем. Просто, блядь, мне с него кольцо нужно. Ну и хули толку нам нахуй, если челик уходит сейчас. Констебль уходит, блять, кто там еще? Еще пауфались. Таханыч тут есть. Он же вернулся вроде. Есть что заменить путитки. Ну и что, лок-то есть все равно. Притон есть.
констебл, блядь, 12. Да вы вообще ДПС. Пиздец, бичи. Один в ЗС попасть не может, но Вока может, нахуй. Один Вока не может, но в ЗС не может. Или как там, нахуй? Ебать кринж, нахуй. Блядь. Еще скажи, в Зуламан проходки нету, нахуй. Это сильно. Чё? Ссылка не закрыта. А прикинь, в РБК нет проходки, нахуй. Надо просто играть. В игру нет проходки, блядь. Заходишь и пишет, нахуй. Ну вы не закрыли, блядь, экзамены не сдали, блядь, в школе. Да, натуре. У вас нет IQ, чтобы играть. Ну это вот та самая верная. Проходка в армии есть, да. Нихуя. Не, я не знаю, почему такие лаги ебаные в этом говне, блядь. Ну, потому что эффектов дохуя. Как? А как? Solo Star Falls издают. Это пиздец, он... Это фрит-шоу. Слышишь, а что такое утилизейшн? Вот это Quick CPU. Это что такое утилизейшн означает? Нихуя. Сейчас посмотрю. Ты бы про конфиг свой там навороченный? Утилизировать ПК свой. Тише, блядь. Че тут вообще делать, нахуй? Я же ничего не делал. Так я же написал, что делать. Специально для долбоёбов. Нет, так а... Нет, так я ее скачал, там что-то написано, выкрутить все на максимум. Так тут и все так и на 100% стоит. Типа вот кори, паркинг, блять, фрикенси, скейлинг, нахуй, турбо буст. Да ты фрикенси, блять. Перформанс, нахуй. Все на 100 стоит, ебать. А как а надо? PowerPlan какой. Вопрос, что в ДБМ означает add? Вот это... А максимальная производительность стоит Active. System ага, Power. 100% здесь? Ну да. Вообще все прям. Ну да, а что надо делать? Ну, ну, если все уже на сотку, типа, ну тогда ничего. Тогда ничего уже не поделаешь. Ну просто не греется, 46 градусов, нахуй, вот видюха ща гляну. Нихуя, 46 это очень мало. Я и говорю, блять. Не разгоняется ебаное говно, блядь. Надо чекнуть, сколько у меня. Видюха, видюха. Тебе не просто надо гнать дурик, а память, нахуй. А как ее гнать? В биосе а, можно, если она нормальная. Если она ее не разгонит, он ее не разгонит. Там максимум на один шаг. Ого, ЦПУ 76 градусов. ГГ, нахуй. У меня 59. Нет, так это нормально для него. Неси сухой лед, блядь. Под ногу. Это для него нормально. А я в Uncharted играл, там у меня 80 сразу, нихуя там игруха. И то это на минималках, нахуй. Блять, мне раньше да, процесс 100 был. Грелся. После андервольтинга 70-80. Короче, это на... ты имеешь в виду на этом, на ноуте? Да. Да, на ноуте постоянно не греется. Да, блять, там... у меня горячий процесс очень. Для... Там хлад на ноутах очень редко хороший. Короче, да, там типа процесс ставят. Это... Все понятно, но что-то я не знаю. Как-то это. Заливайте. А в этой, как его? Как они называются? Проги для видяшки. Жрецов быстрее старайтесь заливать, а что-то. И может хила убрать одного, я хуй знает. А не, не надо, спасибо. Берем. Может уберем шамана? Можно двоих убрать. Ну и посмотрим, ну-ка. То мало хилит тех убрать. Может всех убрать, блять. Я вот не знаю, друида спек хуевый. Квартира, что у тебя там за спек? Ну по 2000 это хуета, нахуй. На квартиры кот. Ну будет, да, у нас шаман 2К нахилил. Миликрит будет. Дерево. Миллиардрон миликом. Вот, а если еще и танка убрать, мы нихуя будем разъебывать, да? Или все-таки не надо танку убрать? Илаша, у тебя как лагает на мобах вообще, когда вот эти жрецы выходят? Продокс вышел. Ты сможешь танчить? Ну, ишь, дохуя FPS. Сможешь? Она все танчит. Да. Вот ты просто там грозу спамик какую-нибудь. Да, давай попробуем. Короче, давай, Мейзикин, квартира, код есть у тебя? Сколько там в нем домаш? 1020 есть? Код. Давай, котом. Три хила. Гламур, Мардаунд и Друид Инвалид. Смотрите, если у вас это... Должно получаться одно только. Этот самый... Частицы на Вилаше и цель, которую хилит, кастует босс эту ебаную, как она называется, вот эта маговская арканта, мислы, блять, вот эти. Я всову и попробуем посносить нормально этой мрази. Ща я релогуюсь, буквально полминуты. Бля, хотя я не знаю, как он ДПС будет с такими лагами, нахуй. А мы без фласк еще бьем, да? А чё, сапрот сильно так бьет урон? Ну, я здесь, спас, без сапрота. Не знаю, я весь бой стоял, блядь, с ДД флаской. Я как? На ханте с ДД флаской стоял. Тоже ДД.
Я вообще типа... не ощутил, что какой-то, блядь. Там что-то прилетало по 9000, гроза какая-то. Вот он жесткий заносится только, когда она кастует определенного челика. Он взбивает. Короче, только мислы, когда кастует. Да, так оно, в принципе, нормально все прохиливается. Там даже щиты просто сами с собой проходят у меня. Ну, сейчас поглядим. Значит, мы прибавили раз, два, три ДД. Сейчас мы должны пободрее сносить. По-моему, да, так и делали. Просто схавал рыбу в одно ядло. Нихуя вы, кринжи. Единоличник, блядь. Кринжи, блядь. Чё, давайте готовимся. Так, погоди. Выдай там... 150 голды, блядь, проебал. Фласки. Мне надо... Фласки? Блядь, вы заебёте. Так. Вот, миликом дашь. ЭБ так-то хули, дринг детектив, нахуй. Так, Вадикон, вот дашь. Че ты хуйню какую-то сделаешь, у него напишет в чате, а то он, блядь. По одной давайте пока там посмотрим. У кого есть, там пусть пьют. Так, мне надо сейчас макрос. Че, кому этот... Или ДД у Холидринка фласки. У Вадикона. Так. Макрос. А, у Холидринка мили ДД? Да. Спамлю обмен. Максимально быстро. Да что ты мне обмен кидаешь? Мне нет ничего. Я теперь буду с другой совой. Так, ты сюда. Ну, эти совы не уникальные, нихуя. О, дайте столик, я жертвы возьму, чтобы хавать, короче. Чё хаваешь? После вайпа. Кто там мили дает? Холидринк. Поебаните маги. Мака, продукт, столик, ебани. Ты тут? О. Ёбаный, тыкнуть не могу. О, все. Ну, типа. Где констебль? Ушел, что ли? Нет, нет, сейчас я отключу нахуй этот Елфьюи пока. Я бы, блядь, сука, я бы лучше это. Я бы солнце бы отключил, нахуй, чтобы мне лишь бы не лагало, блядь. А солнце тут при чем? Просто нахуй черный экран в игре. И босс. Нет, черно-белый. В конфиге отключено вообще все, что возможно. На цифру 3 поставил звездочку, не знаю, поможет. Поедем сядь похавай, друид инвалид, квартира. Без вот, хавки, мастер без хавки. Не знаю. Минимум. Три хила у нас, да? Да, друид, хила. Гламур и мордаунд. Да, да. Так, я что-то не минус понял. Минус АТМ сразу говорю. Кто-то не готов был, да? Да и похуй. Инеров, смотри. Маги инту. Маги, отродокс, ёбаный по голове. Так, все готовы, нихуя себе. Это значит даю отчет, да? Ого. Ну с богом. Конечно, такие лаги я хуею. Давайте процентов 15 снесем и нормально будет. Квартира. Соберитесь в одну точку. Давай его в центр поставим, наверное. Приза. Сейчас метку вынесет, Юль, поставь в центр его. Он не ставится, пускай, видишь, он не ходит. Пока что там... Он не ходит, я сказал. А вот ходит. Но я все равно потом ушел в портал. Ламорчик. Ламор. Ну, на 3% больше набили. Ой, блин. Не ебал там, да? Нахуй вы Вайда напуливаете. Кринж, блядь. Да ладно, он ховой. Он пойдет. Что ж за гений нахуй это сделал? Угадай с трех раз. Ну понятно, топа. Пиздец, отследили нахуй деда. Смотри, в тебя на пульт еще. Что, я ваниш нажму? Этот МВП хант напуливаешь. Лингрен. Напуливаешь моба без метки на Эвилашу.
сигнал. Ой, блядь, сало же возле них. Я их типа уешу под напулом. Они рядом стоят. Они должны все в нее напуливаться. Полидрин. Да, я вижу. Рара не... Были ады, смените цель. Ну как сменить-то, ебаный? Ебаный урод. Ах, где? Ах, вот не задача. Ну ты. То ад сейчас. Адское пекло. Мастер. Я в ахуе. Квартира арест инвизит. А продак. Забил каст. Пиздец, а чё, дотки нету на мобе, блядь? А тема в том, что он... Там еще Равист упал, Ленинград вышел. Друид инвалид Рависта. БРКД. Чё? Вставай, Равист. БРКД. У Адикона есть. А на чё у тебя КД был? Ахуй был. Адикон резвый. Как это? Нихуя себе, я в ахуе. Рабафать? Ебать, кринж. Почему КД? Вы знаете, хуй. Ты хорош, блядь. Что за пула ушло в КД, блядь? Пули мордой по клаве катается. Это РДДшники, от жрецов отходите, потому что будете сало. Ну что это такое, нахуй? Рисую мордаунту. Давай, сейчас я стану перефаски. Да, а хули уже Фира. Уже не надо, нахуй. Уже вайп, нахуй. Короче, я ебал такого босса, нахуй. Ну. Когда он, нахуй, 10 раз исчезает, блядь. Да нахуй это надо, блядь. Ебланы, нахуй. Программу-то свою выключи, нахуй. Какую программу? У тебя голос опять шипит. Нихуя не шипит, блядь. Да, не вроде. Да нормально. Вроде на него. Блядь, ничего не включал. Что сейчас было вообще? Уж фон какой-то, наверное. Пусть знает. Не, Войд, как бы 3 хила, как бы, знаешь, но не сразу, очень лучше 4 поставить и какой-нибудь шамана, потому что это... А, пизду, это, мне похуй, это хуйня полная, короче, я не знаю, или... Ну... Параша это какая-то, блядь. Куда идти, или нахуй? Или параша, или параша. На гидроса сходить. Ну да, на гидроса. Пошли нахуй. Давай, бьем, блядь, еще раз. Да нахуй он нужен, этот босс. Ты смотри, людей шотает. Никто это решить никак не может, блядь. Они что, потому что 3 хила мало. Ну, хила надо добавить. Я сейчас отойду. Четвертого хотя бы, просто еще одного друида хотя бы. Потому что что-то стояли в 5 хилов, никого не шотало. Да. Ну, конечно. Либо шамана, либо друида. Как это не шотало? Шотало? Не шотало. Ну, только меня один раз убило этими. Ведь после этого они сразу переключились, стали хилить. Ладно, давай сейчас я спекнусь в четвертого. Я посмотрю сам, как это, на кого он кидает. Бери вон микромантку. Сейчас я сам посмотрю, блядь. Я, да, я отошел. Я тоже, спасибо за РТ. Ну вот видишь, нахуй, Чего уже моя. Рейда нету, нахуй. Так некромантик. Ну, я приду там через сколько? 30 минут где-то. Ну, Сет же я знаю, что придет, а констебл-то ушел. Да, надо. Ну и что? Ну ничто, блядь. Некромант, другого проход... набирай, добирай, блядь, в чем проблема? Где другой, замена есть хоть? Некромантка. Так а некромантка хули, еще тело надо? 35 человек онлайн. Но не у всех проходка есть. Спрашивайте, у кого есть. Там, блядь, не количество хилов решает. А нужно хилить таргет на цель, блядь. Видеть, в кого босс кастует.
Сейчас я посмотрю сам, блядь, как там это хуйня, блядь. Таргет иногда не успеваешь. Вот мы ему сейчас пати даем, и мы все равно в 24. Где тело еще одно у нас? Ну, как по мне, просто этот босс слишком хуйня. Ну, выглядит, по крайней мере. Просто а главное, главное не подкинуть. Там дринки какие-то СПДшные. РДДшные трени, ну. И даггер роговский. На ШД, блядь. Он с хостой вроде, не? Нет. Арп меткости РПБ. Арп меткости РПБ. ГГ, блядь. О, пояс хороший. Там если запа хоста... есть. Это для Airpala, если ему хосту добавят, то это с хостой. Там запа есть чуть хуже, чем с RS-25 гер. Ноги хорошие, красный шип, это приста. Хостой надо будет собрать из хоста, там есть нормально. Как они хилили вообще? Ну, Женя, фонтан буйный. Ну, запястье вон с хостой, с критой. Вот сейчас смерть не посмотрим. Вот Invisible, например. Solarian, вот смотрим. Просто. Всего лишь три стрелы она дает. Если вначале она по 10 тысяч бьет, дальше она усиливается. А меня трэш убил, не, это жрецы. Ну трэш это значит надо отойти, блядь, это, жрецы, ну. Не. Так это, а это из-за того, что один танк, блядь. Это надо на пулы распределить, чтобы на том агро было на танке. Не, два танка. Я могу просто... Танк один, если они умирали. Я не буду напуливать этих карасей. Вот ДК и я, мы от жрецов умирали. Я тогда нет. Напуливаю чисто, когда магия выходит и все. Это, блядь, он сдох. Это, так, вот, да, вот, один раз от жреца. Че он два там? Два раза посмотри, инвизу. Карой. Карой бьет. Ты кого из соляра бил? Его из соляра стрелу по 14 пускала, и потом кара просто добила. Да это надо, это хуйня, он кары не шотнет никак, нахуй. Не, меня там, вот меня, посмотри, там мне 20 с чем-то нанес урона. Десять тысяч, 20. А, ну да, 20 тысяч атака. Значит, танк нужен. Да, танк нужен. Владника пробивает на 20 тысяч. Давай квартира тогда в этого. В танка. Будешь одного моба держать. Короче, этот самый. Так, Седжа потом придет. Так, где эта метка? Цель запомненной цели где ставится, кто знает? Сейчас скажу. Цель. Что-то я не помню, где это, блядь. Цель выбранной цели, но у меня всегда стоит, блядь. Давай рейд поставим, может сработает. Где тут Тилар? Чё мы, блять? Всё? Всё, мне нужно быстро... Типа ребут сделать, у меня какой-то пиздец произошел. Максимальный. А у Мэтфокс ещё проходки нету? Да быстро. Это пиздец, конечно, нахуй. Как так, блять? Ты Лича не убивал, что ли? Ну, он, наверное, убивал за Лича. Да, но он пришел на Лича, и ты его сразу на замену выкинул. Нет, он вроде сам... И его выкинуло, мы спалили, выкинуло, его выкинуло, да. И мы убили. Ты кринж. Это хуже, чем кринж, нахуй. Ни туда, ни туда рейда нету.
Это новое слово в нашем рейде. Предлагаю почилить за сериальчиком. А потом я приду и гидроса наебнуть. Да, предлагали по фарм сделать. Че, консилятора лич тоже не убит, нихуя. Идем, блядь, в ДС. Ну, короче, трэш чистить, блядь. Зачем ДС трэш чистить? Воронки. Лучше здесь. Здесь лучше падает. Пошли. Я сам воронка, трэш. Блядь. Сейчас я зайду в игру. Сколько там Сэджу полчаса не будет? Да, плюс-минус. Сейчас мне позвонят, я отойду на буквально. Пошли пока трэш это полчаса похуярим здесь, в окле. Ну да, пока там пофармите воронки всякие. Воронки уежки. Пофармим. Лава, расчехляйся. Ой, ебать. Типа обновить что ли, или что, или другой трэш? Другой трэш пойдем почистим. Пошли. Квартира обратно в это, в дерево давай. Куда в ЗС? Квартира, блядь, что дальше? Не-не-не, здесь в оке просто трэш чистим. Сейчас Саджи придет, потравим еще. Просто направо можно пойти. Где-то 5 есть уже, нет? О, пошли туда. Поглядим, сбегаем, да? Что там угу. Такое? Потравим маленько. Ответственного давай сразу. Ассист. Что там мочишь, блядь? Да ты, блядь, этот нахуй, нога наебана. Или как, или... Сука, это... Этот нахуй убега. Ёбаный пизда вайп нахуй. Сука, не пришел уже вайп. Чистильщики, блять. Ой, блять. Это же надо. Вы что, фрики, блять? Да, фрики, конечно. Да. Ты заебал, ты там уйдешь? Нет, нахуй. Стоя звонка, нахуй. Какой звонок? Надо было траить сидеть. Деловой, блядь. Просто сидишь на траете, я звонил, говоришь, ёбаный, я занят. Отошел, одеться, нахуй, вся хуйня. От детства отошел, блядь. Я понял, да? Вы понимаете, что там 20 мобов и их надо сэвэйдить? Вот они идут на мордаун-то. Нахуй надо, да? Ну, это просто пиздец. Ну, чиниться неохота, но, блин, денег, знаешь, сколько денег надо на починку? Они вас разъебут, короче. Там не вариант вообще бежать, ничего не надо, ну. А или что, или бегут назад они. Короче, похуй. На выходце. Не, это хуйня. Ну, не лежите, вставайте, блядь. Вас срезать никто не будет, блядь. А вот они бегут на, да, на выход тогда. Там их 20 штук нахуй надо. Пока трое бегут только. Ну там подтянутся, блядь. Братва за свои, говорит. Я пойду там полетаю. Все пошли в механар пока чистанем нахуй. Ну-ка, еще за... там воронки можно падали. Можно это, их закрыть. Ой, я механар да, зашел. А это куда я зашел? Механар, механар, иди сюда, блядь. Там, блядь, мобы не сывейдились еще. Уже. А тут трэш тонкий так-то, а тут воронок не падает. 300 тысяч всего у трэша. Чисто. Нет, не падает. Хуёво, блядь. Давай, заходи уже, сывейдилось все. Ой, блядь. В вардаунте, смотрю, кто-то там красным, блядь.
Он легендарный. По нему проходка есть? Да, блять, весело нахуй, не замены, нихуя наука ЗС нету.